Практически месяц назад EA Sports порадовал поклонников футбольных симуляторов продолжением своей культовой серии FIFA 16. Многие уже успели за этот короткий срок оценить все плюсы и минусы продукта канадских разработчиков. Поиграть не успели и мы. И подведя первые итоги, хотели бы предоставить вам рейтинг лучших вратарей FIFA 16 по версии реального футбола. Открывает наш рейтинг страж ворот марсельского Олимпика Стив Манданда с общим рейтингом 83. На девятой строчке один из лучших специалистов в мире по отражению пенальти – словенский голкипер Интернационале Самир Хамданович. Легенда мадридского Реала, который с нынешнего сезона защищает ворота Порту, испанец Икер Касильяс расположился на непривычном для себя восьмом месте с рейтингом 84. Следом за Касильясом расположился еще один легендарный вратарь, неподражаемый чудовищный буфонище, простонародье Джан-Луиджи Буфон. Примечательно, что итальянец самый возрастной вратарь в списке 10 лучших голкиперов FIFA 16. Нынешний сезон Джан-Луиджи встретил в возрасте 37 лет. Находиться в одном списке с Касильясом и Буфоном – это самая большая честь для любого вратаря. Но голкипер Тоттенхэма Юго Льярис из года в год доказывает всем, что он более чем достоин попадания в этот рейтинг. Достойные показатели у одного из лучших немецких вратарей современности Бернда Лена. Вратарь ливеркузенского Байера – яркий пример представителей новой формации молодых и чрезвычайно одаренных немецких голкиперов, которые пытаются выйти из тени Мануэля Нойера и навязать ему нешуточную конкуренцию. Пока что до Нойера Бернду далековато, но зато в рейтинге лучших вратарей FIFA 16 он идет на пятом месте. Петр Чех, который с этого сезона стал вратарем Арсенала, не дает усомниться в своем мастерстве. За канониров Чех играет сверхнадежно, что позволяет ему удерживать четвертую строчку рейтинга, отнюдь не забылые заслуги. Открывает тройку лучших вратарей по версии EA Sports. Тот, кто вытеснил Петра Чеха из основы лондонского Челси, бельгиец Тибо Куртуа. Молодой страж ворот далеко не безгрешен, но обладает просто невероятнейшим потенциалом и продолжает прогрессировать, конкурируя в рамке ворот аристократов с боснийцем Асмиром Беговичем. Болельщики сборной Украины до сих пор в кошмарных снах видят стража ворот Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа. 24-летний испанец является главным претендентом на роль преемника легендарного Икера Касильяса, о чем свидетельствует его неудачная трансферная сага с его переходом в Реал на смену ушедшему ветерану. В нынешнем сезоне рейтинг 86 позволяет Давиду Де Хеа занимать второе место. We'll be right back.
Лучшим вратарем FIFA 16 второй год подряд является Мануэль Нойер. Голкипер Баварии далеко ушел вперед от своих главных преследователей и располагает высоким рейтингом 90, что позволяет ему уверенно удерживать лидерство. Если вам понравился очередной выпуск от реального футбола, ставьте лайк и попробуйте забить гол лучшему вратарю FIFA 16 Мануэлю Нойеру. Спорим, у вас не получится!